Мы примем эфире. Это женщины плакат. Вот она хочет посоветовать. Я узник, 14-я военная статья у меня. И стою 7 лет на очереди, в общей очереди, по соцнайму. А мне надо из федерального бюджета. И вот где все пишу, все отказ. Почему? Потому что они дают запрос сюда, в департамент, а те вот такие вещи и пишут. 93-я статья 03, а у меня 66-я 03. И вот, ну, для узников. И вот 15 сентября 2020 года нас приравняли, Воронежская дума приравняла нас к этому, к участникам войны. В прошлом году 75 дали тысяч, вот, на День Победы. У меня тут 9 этих... Орденов? Орденов. Вот они, мои ордена. Вот хожу, а они надо мной смеются все. Бабка старая, будет 82 года скоро, сынок. И так, вот... а вы, вам не дают квартиру, да? Или что вам? Да, квартиру не дают, как нуждающие. Я живу в однокомнатной, четверо нас. Угу. Вот, и теперь вот я плакат сделала. 14-я статья. И я хотела бы, чтобы перепест это было по всему Союзу, в интернет и видео было бы. Ну вот мы сейчас в прямом эфире, да, ведем на красномосковский канал «Света Вижн», и в том числе на воронежский канал, поэтому, в общем, можете говорить, да, можете обращаться. Вот мы прямо сейчас прям записывается и в интернет идет. Чудесно. Я, честно говоря, я так не... А что там за статья? Какая у вас статья? Вы, как, еще раз, можно сказать, вы ветеран Великой Отечественной? Да, ветеран труда или... ветеран войны, он инвалид. Инвалид. Да. И вам, в общем, положенную квартиру, которую вам должны по закону, который там Путин обещал, по-моему, да, что безо это каждому... Всякого, без очереди, безо всякого. И быть. Сколько вам уже... не 7 лет. 7 лет вы ждете? Да, 7 лет. Они издеваются надо мной. А может быть, можете представить, как вас зовут, чтобы мы тоже знали? Что? Как представиться можете, чтобы мы знали, как вас зовут? Валентина Павловна Колупанова. Колупанова, да. И, в общем, она какие вообще, они какие-нибудь говорят, отписки какие-нибудь дают или что говорят? Почему вам не выдают квартиру? Да, они говорят, вы не воевали. А я говорю, а разве узники трехлетние воевали? Я здесь была на оккупированной территории, у меня все документы есть. Узник, удостоверение, ветерана, инвалида. Может, развернуть? Да, конечно. Конечно. А вы говорите, ну это получается, что узники, они приравнены, правильно, к ветеранам, да. И поэтому они, да, в принципе, те же самые. У нас 66-я, она мне по 93-й ставит, вы представляете? Да, друзья. Вот так вот неожиданно люди приходят и высказывают свои проблемы тоже вот на прямой эфир. Машины нету? Есть, да. Есть. Вы знаете, мы потом с вами проедем в департамент, и прямо напротив департамента вы меня быстро фотографируете. И я бы хотел, чтобы видео вы сделали, и в интернет, да, чтобы все знали. Конечно, давайте. Давайте. Да, друзья, распространяйте, вырежьте, пожалуйста, туда вот бабушку. Ну, где угодно, можете, вот, где хотите. Я прям тут ставлю. Бабушке, да, привет, не даю квартиру, она узник, ветеран, как это, узники фашистских концлагерей. Чиновники, где моя квартира, участник, ветеран. Медали показать? Да.